Вы видели, как его закрутило, как он шмякнулся и дрелью по голове. Вот это здорово! Вот это да! Ой, как его попахнуло током! Вы видели? Ёлки-палки! Получи, соседушка, да-да! Ну-ка, ну-ка! Сделай стул! Ха! Что у него получилось? Кресло для пыток вместо кресла-качалки! Вы видели, да? Вот молодцы мы! Друзья, ну что, снимем новую серию. Первый сезон, третья серия. Давайте вместе погуляем. Мастер-ломастер называется серия. 70% минимальная оценка. 10 минут дается. Играем на перегонки с соседом. Иногда придется подождать, пока он выпустит инструмент из рук. Сосед с дрелью на картинке. Наш сосед настоящий дока по части инструментов. По крайней мере, сам он считает себя мастером на все руки. Завернуть болт здесь, просверлить дырку там, вмиг прочистить раковину и починить отопление. Не так-то это оказывается просто. Надвигается настоящая катастрофа. Нет сомнений, Вуди придет, примет в ней живейшее участие. 8 пакостей. Поехали! Так, ну что, сразу проверим, конечно же, наш комод. Класс! Там, как всегда, у нас что-то есть. Пробки, шарики. Так. В аптечке. Ничего нету у нас в аптечке. Хорошо. Посмотрим, что делает сосед. Спрячемся пока. Так, что-то он там... Ай-яй-яй! Что-то он там шлифмашинка работает. Так, что у нас тут еще? Так, ничего. Так, где что можно посмотреть? В ящике что-то? Так, в ящике что-то, или ничего. Так, ага, пошел вниз. Ну-ну-ну-ну-ну. Что он там будет делать? Так, краны перекрывать. Ладно. Так, перекрыл кран. Пошел, куда он пошел? Пошел на кухню. Да? Да-да-да. На кухне батарея. Он, наверное, будет сейчас чинить батарею, да? Точно. Ага, спускает воздух. Ясненько. Куда он дальше пошел? Так. Пошел в ванну, наверное, делать умывальник. А что у него там с умывальником, интересно? О, да у него тут все развалено. О, ясно, ясно. Так, он что там крутит. Ясно. Пошел дальше, куда он? Ага, опять кран перекрывать, да? А, открывать надо, но он же сделал как будто бы, да? Надо открыть кран. Ну-ну-ну. Так. Ага. Так, тут у нас два крана. Трубы перемотанные. Так, интересно. Ладно, пошел куда он дальше. Пробку поменять, да? Пробку выдернул. Так, 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 так. Куда он пойдет дальше? Ага, пошел на третий этаж, да? Там у него в комнате стоит лестница, стремянка. Ясненько. Что он будет делать? Так, полез наверх, что-то там чинит. Ага, дрель сверлит что-то. Так, так, так. Ясненько, здесь тоже можно пакости сделать какие-то. Так, в ящике что-то должно быть. Тут у нас что? Там собака у нас, кстати, лежит. Не забыть бы про нее. Так, пробку поставил. Дальше куда пошел? Ага, пошел. Кресло-качалка. Где у него кресло-качалка? А-а-а!
вот это вот там что-то разломанное, да? Он что-то там собирает. Ясненько, ага. Все ясно. Так, ну пойдем сейчас заберем на кухню, что у нас тут есть. Так, ну как всегда, галеный шнур, да? В холодильнике ничего. Ну ладно. Так, у нас три вещи пока, да? Хорошо. Так, он там опять дрелит себе что-то там. А, не дрелит. Шлифмашинка работает. Так. Пробки, пробки, пробки. Там ничего не вывернуто. Ну, спрячемся. Давай спрячемся пока. Что, он пошел? Воду перекрывай, да, опять? Угу, угу, угу. Так, 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 так. Ничего, мы сейчас подумаем, что тебе, где наделать. Пошли наверх. Пошли наверх, пока его нету. Давай. Так. Ай, елки-палки, у нас же тут собака. Совсем забыли. Ай-яй-яй, ну все, бежим, бежим, бежим скорей. Пока тут совсем. Ну ничего, заодно его отвлечем. Так, 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 так. Что у нас там? В ящике ничего нету. Так, а в том ящике что? Угу. Так, какая-то инструкция. Так, книга под названием «От гильотины до электрического стула». Ясно, просто сказки на ночь. Да-да-да. Так, это у нас шлифмашина. Ага, о, можно было испортить, отлично. Так, а здесь что мы можем? Так, мы здесь можем испортить лестницу. Удерживает лишь только цепь, да? Ну, так, спрячемся. Нет, не будем прятаться. Непонятно, что там. Непонятно, что там у нас. Так, ага. Так, мы опять собаку испугали. Ай-яй-яй, елки-палки, вот так вот. Да-да-да, ай-яй-яй, сосед, не трогай нас, не трогай, не трогай. Я больше не буду, не буду. Так, переснимем скорее. Мы же ничего, даже вообще ничего не сделали. Так, ну все, друзья, теперь я уже все проверил, поэтому сейчас уже делаем так, как я. Шаг по шагу, за шагом, четко, вот как я делаю, тогда у нас получилось 100%. Так, быстренько идем, забираем. У нас тут есть, оказывается, щипцы. У нас тут есть кран. Развязываем потеки. Пошли дальше. Наверх. Так, забираем здесь, конечно же, у нас есть пробка с шариками. Берем шнур. Так. И идем, прячемся. Прячемся, прячемся, пока соседа нету. Только так. Только так, друзья, только так. Иначе у нас ничего не получится. 100% не наберем. Так, пошел сосед вниз. Ага. Пошел сосед вниз. Закрывается. Так. Закрыл. Нам нужно очень быстро-быстро проскочить. Вот здесь вот, вот сейчас вот сразу выходим. Так, побежали, побежали. Тут надо очень внимательно, очень быстро все сделать. Так. Так, можем сделали. И убежать, убегаем. Скорее, скорее, убегаем, убегаем. Потому что иначе он сейчас быстро прибежит. Мы должны успеть спрятаться. Так, он, видите, даже нас не заметил. Ага, там его бабахнуло, бабахнуло, классно, только мы видели его бабахнуло. Так, пошли теперь осторожно, осторожно, наверх поднимаемся. Так, в тумбочку берем книжку. Так, портим дрель. Портим дрель обязательно. Так, ложим сюда шарики. Нет, что-то не так. Что? А, я не нажал, да елки-палки. Ну да, положили шарики. Так, портим лестницу ему. Давай, 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 давай. Так, скорее, скорее. Так. Испортили лестницу. Так, меняем книжку. Инструкцию меняем на книжку. А книжка у нас там очень интересная. От гильотины до электрического стула. Да-да-да. Так, побежали скорее.
побежали скорее, пока он там пошел, поменяем ему пробку. Так, поставим, он же там все, убрал пробку, думаю, там смело работать. Но не тут-то было, не тут-то было. Да-да-да, смотрите, что сейчас будет. Так, баба! Ай, класс, класс! Это ему поломали. Да и бабах ему по голове этим дрелью получил, да? Так, давай. Ай, класс, только мне бабахнуло. Классно получилось. Вот мы молодцы какие. Зались, соседушка, еще не то будет. Еще не то у нас будет. Так, скорее. Давай, соседушка, давай. Ей не тут-то было, мы сейчас все тебе наделаем. Так. Давай, ага, видишь, ага, да. Пробки-то на месте. Как же так у тебя получилось? Как же так? Эх, соседушка, ну ничего, сейчас ты будешь стул у нас сделать. Мы-то тебе инструкцию подменили. Класс, вы видели, получился электрический стул вместо кресла-качалки. Вот это да! Вот так вот, козетедушка, вот так вот. Да-да-да. Так. Что сейчас будет? Баба! Эй, класс, 72%, 75%. Бабахнулся, вы видели как. Да-да-да. Давай, соседушка. Это еще не все. Мы тут тебе еще пакостей наделаем. Нам уже инструментов не надо. Вот так вот, да. Ой, улетело. Ай! Кого-то там уже шарахнуло. Вот так вот, залезь, соседушка. Да. 88%. Молодцы. Давайте дальше. Ремонтируй свою шлифмашинку. Давай. Так, пошел краны делать. Ну, сейчас мы тебе сделаем, соседушка. Да. А ты как думал? Давай. Так. Ага. А мы пошли потихонечку. Так, ага. Давай. Ты туда. Так. Давай, спускай. Спускай себе воздух. Угу. Сейчас. Вот так, классно. Бегом, скорее вниз. Сейчас мы ему сделаем тут. Сейчас мы ему все сделаем, все испортим. Давай, скорее. Нужно успеть. Так, давай, уходим. Ага, он пошел кран чинить. Видите, как мы хитро все сделали. А мы уходим наверх. Ну, соседушка, давай. Давай. Ай, класс, вы видели, классный как. 100% его сдуло водой. Вот так вот получить, соседушка. Ага, хе-хей, окей, 100%. Ну что, друзья, поиграем еще в следующей серии, смотри. Ой, патефон-то поломался. Ай-яй-яй, ругайся, соседушка, давай. Ух, какую он трубку курит. Папа, видели? Класс, у нас тянется черная, вся трубка у него взорвалась. Ой. Ну-ка, ой, какое ружье. Ой, как папа. Эй, класс, черное лицо. Ствол разорвало. Давайте, друзья, у нас впереди еще третий сезон, четвертая серия. Сезон охоты. Мы еще погуляем, мы еще дадим соседу прикурить. Да. Ребята, мы молодцы. Подписывайтесь, пишите, ставьте комментарии, ставьте лайки, обязательно делитесь с друзьями.
Ребята, мы всегда рады вам у нас на канале. Привет всем!